Прихожане любят Никольский храм села Ермолино. На воскресные службы собирается порядка 200 человек. Но сегодня здесь особенно людно, ведь богослужение посвящено престольному празднику – Дню Николая Угодника. Наш храм не закрывался и особенно почитается жителями города Видного, поэтому именно сегодня стараются многие прийти именно в наш храм, потому что этот храм дорог их сердцу. Наверняка они в этом храме, многие жители, венчались. Многие крестились, кто-то провожал последний путь своих близких в этом храме, поэтому хотя бы в день престольного праздника люди стараются прийти именно к нам. Здесь есть такое благоговение, я бы сказала, теплота души сразу разворачивается, уютно, тепло. В этом храме он старинный, намоленный, это всегда чувствуется. Николая еще часто называют чудотворцем. Люди верят, добрая молитва, обращенная к нему, всегда исполняется и очень быстро. Несмотря на то, что святой считается покровителем путешественников и мореплавателей, он является наиболее почитаемым у всех россиян. Святитель Николай – это великий святой, который помогает нам во всем в трудностях. Религии святой Николай проникся еще в детстве. Будучи ребенком, он читал много христианских писаний и совсем скоро был возведен в сан священника. Может, поэтому чудотворцу молятся о здравии малышей. Их на праздничной службе было немало, многие причастились. По завершению божественной литургии прихожан угостили горячим чаем. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.